Всем привет! Вы на канале Арина Готовит. В Корее все корейцы очень следят за своим здоровьем. Они очень много едят фруктов, овощей, разных трав, ну и в конечности грибы. И сегодня мы будем с вами готовить одно блюдо из грибов. Эти грибы, они очень полезны нашему организму, особенно людям с раковыми болезнями, но в особенности раком печени. Эти грибы называются мангада фосон, что в переводе означает буковый гриб. Для приготовления этого блюда нам понадобятся грибы. Грибы можете использовать любые, просто это мои любимые. Вот этот мангада фосон гриб, который называется буковый на русском. Вот. Затем джусай лук. Вот у меня остатки грибов вот еще были другие. Морковь. Чеснок молотый. Это порошок перилы. Если его нет, можно использовать кунжутные семечки. Соль, черный перец, кунжутное масло, растительное масло и соевый соус. Вначале нам нужно будет грибы отделить от корешков. Вот, возьмем грибы, их вот разделим. Вот видите, они сразу как бы разделяются. Их разделить и также и другие грибы также берете, их отделяете и помыть обязательно их нужно будет. Вот помыли мы грибы, разделили их, помыли. Затем у нас закипела вода и возьмем их и слегка отварим, буквально слегка, потому что они мелкие, и их слегка отварить можно. Где-то, наверное, с минутку, даже меньше. Вот отварили, помыли мы наши грибы. Обязательно выжмите их, чтобы не было воды. Затем берем масло растительное. Буквально ложки, наверное, две хватит. Вот, включаем плитку. И кладем наши грибы. Затем соевый соус немножко, кунжутное масло, чеснок, порошок перилы. Но если нет, ничего страшного, можете использовать кунжутные семечки. Перемолите их и используйте, и соли чуть-чуть. И все это слегка обжарьте. Вот. Затем кладем морковь нарезанную, черный перец, все это еще раз перемешаем, почти что до готовности морковки пережарим. Вот, а в конце кладем лук чусай. Выключаем плитку и все, готово. Вот и готовы всеми любимые и полезные грибочки. А сейчас мы их с вами попробуем. О, аромат такой стоит обалденный. Такие нежные. Очень вкусные получились.
И вы попробуйте, сделайте это блюдо из любых других грибов. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. С вами была Арина Готовит. Всем пока. Аньон.